Беседушка, поднимайтесь на сцену. Да, вы не ослышались. К нам приехал в гости ансамбль русской народной песни «Беседушка» фольклорного центра Кунцево, город Москва. И его руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Гречина Анна Анатольевна. Корзиночка так сына украсить, чтобы еще ярче. С Анной Анатольевной мы знакомы тоже очень и очень давно. Да, вы не будете вспоминать, сколько мы знакомы, Анна Анатольевна? Не будем. Мы с ней познакомились. Анна Анатольевна, ты помнишь, как мы с тобой познакомились? Вы не помните. И я не помню. Но помнишь, что познакомились? Нет, она была еще маленькая. Я знала Вячеслава. Да. Вячеслав Владимирович Одинцов, это человек, который там дал нам с Лидой Петровной путевку именно фольклорный, аутентичный. В 2005 году. Ну да, наверное. На юбилее просто Лидой. Наверное, да, точно. Там, точно. И мы выучили их репертуар, «Подуль-подуль, погодушка» начали. Я только начала с коллективом в 2005 году заниматься, и мы взяли кое-что из их репертуара. Вообще мы родственники. Мы московские беседушки, они подмосковные беседушки. Но мы поем московские и подмосковные песни, они поют песни разных областей России. Вот, так что, и вообще, Петровны, как у меня мама Александра Петровна, свекровь Нина Петровна, подруга Лидия Петровна, дочь в общем, другом родственнике. Так мы по-родственному сейчас вот попоем вам по-московски. И девушки, мы всех девочек давно знаем. Вот, так что дружим уже, ну, 2005 года, я считаю, это солидная такая, все-таки дружба, правильно? Ну, что я хочу пожелать вам? Ну, творческих успехов, конечно. Побольше петь, как я, как это, зануда такая, московских песен. Вот мы с вами поделимся. Сейчас мы вам споем в подарок. Я не знаю, вы слышали, но можайскую песню. Нет? «Вор Максим». Это вот песня моей мамы. Вот. Такая хулиганская, пелась на свадьбу, когда молодых провожали в опочивание. Сидели под дверью и говорили им, что надо делать. «Вор Максим, плохо совсем». И как нет? «Максимушка, добрый человек, Максимушка, приятный животок. Вор Максим по улице прошел, а я пока молчу, еще слабче пою. Пусть Максим натешится, душа сердце его наиграется. Вор Максим, вот совсем». Никак нет. «Максимушка, добрый человек, Максимушка, приятный животок. Максимушка, приятный животок, вор Максим, денежки зашел, а я потом молчу, еще смалчиваю. Пусть Максим надешится, душа сердце его наиграется, вор Максим, вот совсем». Никак нет. «Максимушка, добрый человек, Максимушка, приятный животок, вор Максим, мой кузов.
Максимушка, добрый человек. Максимушка, приятный животок. Вот Максим одеялку открывал, а я когда молчу, и сейчас молчиваю. Она заболела, горюшка, она заболела.
захотела, из-за моря зелень захотела. От
Оксана, ну я хотела еще на сцену пригласить, есть еще один гость, который много лет был с вами связан, Ольга Николаевна. Поднимите, пожалуйста, на сцену. Ольга Николаевна Келенская была много лет директором клуба «Молодежный». А между прочим, мы с Ольгой Николаевной и познакомились через беседушку. Отдел 20 лет назад ровно. Отдел культуры дал микроавтобус, а коллектив беседушки как раз был в клубе «Молодежном». Их коллектив наш транспорт был. Вот. И такая, можно сказать, комичная история. Мы поехали, да, представители вот, ну, от города официально, как бы. И нам досталась одна кровать. Не было номеров. Ну, вот так вот сдружились, и на 7 лет я потом пошла работать в клуб «Молодежный». И была художественным руководителем. Оксана тоже была... Ну, это была просто комичная ситуация, ну, можно сказать, туристическая, да. Была прекрасная... В Новгород ездили, да, прекрасно. Они делили постели вместе, а мы делили с Лидией Петровной, потому что свою кровать отдали Ольге Валентиновне. Вот так у нас там было все. Но... А вы спали в своей кровати. А то, Ирина Алексеевна, как вы уехали на всю ночь на катере кататься и застряли на водохранилище. Мы всю ночь вас искали, это мы помним. Ну, давайте я по старшинству, так как Оленька вам была директор, давайте я ей дам слово поздравить. Дорогие мои, мне очень приятно видеть вас в здравии, в таком же творческом запале. Я от души поздравляю с юбилеем. Я благодарна, я думаю, все благодарны, также повторюсь, что вы сохраняете русские традиции, исконно русские. Спасибо вам за это. И желаю вам еще долгие-долгие годы радовать всех слушателей, и не только красногорских, но и всей России. Спасибо вам. Спасибо. Оксана, ну и от всего коллектива культурного центра Красногорья на работе не смогли подъехать. Передаем горячие поздравления. Мы вас очень любим. Ну а как люблю вас я, это уже, я говорю, вот больше 20 лет мы пересекаемся и работаем вместе. Я думаю, что еще будем и пели вместе. Даже если, вот как все преподносили музыкальный подарок, я несу вашу песню «Небо голубое» во всех компаниях, по всей России тоже, и в Нижний Новгород еду, куда только не еду. То есть вот этот вот кусочек песенной культуры из вашего именно коллектива, ну, может, не так профессионально, на любительском уровне, но давайте, может, споем ее «Небо голубое». Да, я не вмещаюсь. Да. Давайте попробуем. Ну, давайте я вручу вам цветы, люблю вас, еще вам сил, энергия и культуру русскую. Продвигать вперед. Ольга Николаевна, а вы что, не будете петь «Небо голубое»? Так, Лидия Петровна, запевайте. Сейчас, минуточку. Это песня одной из участниц первой беседушки. Любовь Александровна. Любовь Александровна, да, «Царствие небесное». Она ее всегда пела, она ее запевала. Скажем так, она у нас не в основном в репертуаре, эта песня, но мы ее тоже всегда поем. Небо голубое, солнце золотое. Меня ты знаешь.
небо голубое, солнце золотое. Такого самобытного вы единственные.
И мало того, я сегодня слышала вас и радовалась за то, в какой вы сейчас находитесь. Да, замечательно вы поете, какие у вас лица, какие замечательные костюмы. А главное, вот вы и нашу публику сегодня как-то втянули в это ваше действо, в эту сказку под названием «Русский фольклор». К сожалению, мы не поем так. Мы тоже считаем, но мы же... Нет, нет, мы хор русской песни уже. Мы поем народные песни, но немножко в другом, скажем так, обличье, концертном. А это вот настолько самобытный, настолько замечательный. Я хочу пожелать этому коллективу прежде всего здоровья, творческих успехов, не останавливаться на достигнутом. Я смотрела сегодня и понимала, какой у вас внутренний потенциал есть. И вы идете в таком правильном направлении, как мало кто идет из наших коллективов. Поэтому, хотя лёжка наливает, вся компания выпивает на здоровье. Вашего прекрасного коллектива. Счастья вам, здоровья, успехов всем! Ура! Поздравления пришли Борис Мигранович Арутюнян, художественный руководитель хора «Подмосковные Дори». Уважаемый дуэт Петровны, все сегодня не так, как обычно. Солнце ярче, а небо светлей. Есть для праздника повод отличный. Отмечаем ваш 30-летний юбилей. Дата славная, важная веха на прекрасном и светлом пути. У такого, как вы, человека, еще много вершин впереди. Оксана, это для вас. А еще у нас сегодня юбилей. Лидия Петровна, уважаемая дорогая, юбилей с теплотой и любовью от души поздравления шлем и желаем такого здоровья, чтобы жить, не тревожись о нем, чтоб хотелось всегда улыбаться, оптимизмом нас всех заражать, процветания, радости, счастья в эти славные 75! Я уже по жизни 55 лет,
моего творчества и в Москве, и в Истрии, где слышал. И всегда говорил, да, коллектив, который имеет свое лицо, дай Бог вам всем здоровья, долголетия, много-много лет, и дай Бог, чтобы вы также по жизни прошли еще долго, с таким большим успехом. Всего вам хорошего. Нам всем очень повезло, что мы пришли сегодня на этот замечательный концерт, потому что фольклорное пение и то, как исполняет беседушка, это как чистый родник, в которых мы наполняемся такими большими вибрациями, которые нам хватит еще на целый год до следующего там концерта. А мне повезло вдвойне, потому что много лет я пела в этом замечательном ансамбле и пришла к такому выводу. Петь научиться можно, трудно, но можно. Петь научиться, как поет Лидия Петровна Оксана, нельзя. Вообще, это люди-инопланетяне, вообще люди из другой галактики. Люди прилетели к нам сюда, на Землю, чтобы рассказать нам, да, здесь на Земле непросто. И они прошли нелегкий путь. Но что бы у вас ни случилось на земле, пойте. Как бы вам трудно не было, пойте. Потому что когда вы поете, вы живете. И я попробовала выйти на контакт с душой Лидии Петровны. Может быть, она увидит и... Нет, пришла Лидия Петровна, а потом с этой же планеты к ней на подмогу прилетела еще одна душа. И так оказался дуэт беседушки, дуэт Петровны. Вот. И то, что я увидела, может быть, они сейчас помнят, откуда они прилетели. Скажи, душа, куда летишь, когда я сплю? Скажи, душа, ты где поешь, когда я не пою? Твой сон не нарушаю я до утренней зари. Лечу к своей звезде мечте, она зовет, лети. Там ночь сменяет день тогда, когда я захочу. Нельзя прервать полет души, там день, я лечу. В лесах красивых меж цветов жар птица там живет. И у нее учусь я петь, когда она поет. Люблю по радуге дуге скатиться с ветерком и в звездные речки пробежать с любимым босиком. Лечу, пою, свободна я среди радужных небес. В любви там прожит каждый миг, и жизнь полна чудес. И в хороводах, танцах я кружусь, любви полна. И все, что здесь я обрету, всем отдаю сполна. И с первым солнечным лучом приду к тебе опять, чтоб нам с тобою о любви всем людям рассказать. Гущина Ольга Ивановна на стихи, она написала сама. Браво! И последнее поздравление. На сегодняшнем вечере мы предоставляем самим себе фольклорному ансамблю «Беседушка». Ансамбль – участник и победитель многих конкурсов и фестивалей, среди которых лауреат первой степени межрегионального фестиваля русской песни и частушки «Башкирия». Лауреат первой степени международного фестиваля «Душа России» Кострома. Обладатель гран-при международного фестиваля «Короли сцены» Сочи. Обладатель гран-при международной олимпиады искусств Белоруссия. Ансамбль награжден дипломом ЮНЕСКО
за сохранение песенного культурного наследия. Мы пришли на праздник юбилей. Много теплых слов сказать, спеть песни. В этом зале множество друзей. Вечер мы проводим с вами вместе. В юбилей подводим мы итог. Что смогли и что сумели сделать. В жизни много пройдено дорог. Можно их успехами измерить. А успехов много набралось. И бесспорно есть чем похвалиться. Столько бы гостей не собралось. Посмотреть, послушать, подивиться. Лидию Петровну поздравляли. И ее за все благодарим. Крепкого здоровья пожелаем. Искренне мы ею дорожим. А дуэт Петровны, что за дива? Можно слушать песни день и ночь. И поют так славно да красиво Лидии Петровны и Оксаны дочь. Вместе в ансамбль сохранили. До сих пор беседушка живет. Звание народное получили. И сегодня для гостей поет.